Город Могилев, перекресток проспект Шмидта, улица Островского, и сразу два нарушения водителей маршрутного такси. Сначала желтый Форд, обгоняя поток, поворачивает налево со второй полосы. Затем уже белый Форд проделывает то же самое, но не успевает проехать на зеленый и тормозит на пешеходном перекрестке. И это на одном светофоре. А между прочим, на соседнем светофоре еще одна маршрутка, хоть и едет на зеленый, но уж больно не вовремя. Если на прошлом видео на красный свет не проехали, то в этой подборке это сделали три раза. Нива возле железнодорожного вокзала. И BMW X5 возле торгового центра Престон в Могилеве проезжают на запрещающий сигнал светофора. Но самым нахальным образом себя повел водитель «Жигулей», который неторопливо двигался на красный свет. А ведь у автора ролика могли быть не такие хорошие тормоза. Будьте внимательны, выходя из машины. Водитель красного авто легко мог остаться без двери и восстанавливал бы ее за свои средства, потому что сам не убедился, есть ли машина позади. Для обоих водителей стресс и для третьего, которого чуть не задели. Водитель Volvo, видимо, очень испугался, увидев на дороге инспектора ГАИ, потому что решил повернуть с правой полосы, чем удивил и нас, и автора ролика. Припаркованный Citroёn в деревне Дуброво не первый раз заблокировал проезд. На неоднократные замечания по поводу парковки гражданин не реагирует. Заехал на тротуар, загородив вход в подъезд жилого дома на проспекте Мира, и этот малыш. Ну и вновь учитель на дороге. Могилев, район Облгаза. Водитель едет по левой полосе со скоростью 65 км в час, почти с максимальной скоростью для данного участка дороги. Но для водителя следующего сзади, Ford Galaxy, этого было мало. Тот светит фарами с просьбой пропустить. Автор ролика немного ускоряется, чтобы освободить проезд, за что в награду получает маты сквозь стекло и наглое подрезание, так сказать, поучительски. Но есть приятный момент. Водитель Форда номер показал крупно, чтоб все видели. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат» и не деритесь, наш адрес — рубрика автомат@tut.by.